Да, друзья мои, я здесь, я на связи. Друг, я тебя поддерживаю однозначно, сразу же, во всем. И, что называется, вот взгляните, кстати говоря, я вам хочу сказать. А, нет, потом скажу. Короче, классная у меня куртка. Я про нее еще не рассказывал. Мега теплая. Настоящая теплая куртка. В общем, она весит, как, я не знаю, как медвежья шуба. Кстати, друзья, я мечтал о медвежьей шубе. Как я не мечтал, господи. Сколько же у меня мечт-то, как говорили толкинисты раньше. Эх, как мне не нравилось словосочетание с бычья мечт. Но видите, кончилось тем, что я его процитировал. Ну, какие мечты? Настоящий американский джип, как у шерифа Гарри Трумана в Твин Пиксе, это GMC, либо Шевроле Тахо. Ну, такой образца 90-х годов. Это медвежья шуба. Это, безусловно, прокатиться на фуникулёре. И это еще и сходить в поход с рюкзаками. Понимаете? Я не был ни разу в походе с рюкзаком, с палаткой, ни разу в жизни. Так вот, знаешь, помрешь, и не было обидно. Я не катался на фуникулёре. Ну, в общем, друг мой, вот все это вместе было бы неплохо осуществить. Ну, а сейчас у меня план двинуть на чистые пруды, чтобы дальше производить разведку на местности. Разведка на местности – это дело хорошее. Что касается музыки, друзья мои, то я уже много раз говорил. На музыку, что вы слышите, у меня реакция не то что даже блевотная, она вполне себе агрессивная. То есть я фактически вот на такую музыку реагирую, как футбольный болельщик на враждебную команду с ее болельщиками, короче говоря. Я вот четко слушаю только британский, американский рок-н-ролл классический. И вот не надо мне вот этого всего. Ну, ёлки-палки. Вот тут, кстати, красивые. Это вот, знаете, вот лофты, вот все вот эти потроха, которые наружу. Я могу сказать, что я скорее, наверное, все-таки сторонник этого, чем противник. Потому что это неприкрытое что-то. Вот что-то неприкрытое, это хорошо. Хорошо, когда ты видишь что-то, и оно этим же самым и является. Вот, извините за такой примитивизм, но я люблю, чтобы стена была стеной каменной, кирпич снаружи тоже кирпич внутри, дерево было деревом и так далее. Подделка? Нет, друзья. Чтобы бампер был железный, чтобы он был бампером. Ладно, хорошего дня.